Всем привет! Сегодня мы будем делать под этот спиртовой камин инсталляцию, то есть гипсокартонную конструкцию. Здесь будет стена из ламината, поэтому мы делаем сейчас конструкцию из металлических профилей. Вот такая конструкция у нас получилась. Вот такие вот соединения идут. Потому что, честно говоря, собирался хозяин это все делать сам. То, что он купил, вот такой вот профиль, и, в принципе, больше ничего. То, что ему посоветовали в магазине. Сейчас будем зашивать гипсокартон. Сверху я еще не обшивал, потому что у нас будет идти там сверху ламинат, поэтому мне так удобнее, я потом его подошью чуть позже. Ну а в принципе в целом конструкция очень жестко держится, поэтому даже если упираться будут, либо же захотят его поломать, наверное, вряд ли это все получится. Вот. Ну а спиртовой вот камин, то есть те, кто не видел, зажигается, думаю, здесь заливается какой-то спирт. Вот это здесь горит. Ну, в целом это чистая игрушка такая. Он не нагревается практически, а просто для именно таких вот декоративных целей. То есть горит камин, ну, это приятно, удобно. Все, всем спасибо, всем пока.